Она стояла перед сыном на коленях, просила, чтобы в дом ее пустил, а он был безразличен, сожалея, что вышел на звонок и дверь открыл. Она от сына глаз не отводила, надеялась и все еще ждала, любила, ну, конечно же, любила, иначе умерла б, но не пришла. Она рыдала и не понимала, как это все могло произойти. Быть может, капля жалости осталась. Ей просто было некуда идти. Ей просто было страшно, одиноко. А он окурок бросил и сказал: «Быть может, это будет и жестоко. Иди отсюда. Я тебя не звал». Захлопнул дверь, как наотмашь ударил. Душа хлебнула боли через край. Большую точку жирную поставил. Живи, не хочешь жить, так умирай. Какая же нужна на это сила? Какая же любовь нужна тогда? С колен поднявшись, дом перекрестила и побрела отсюда в никуда.